нас сейчас произошла одна из, на мой взгляд, весьма интересных сессий. Она была посвящена вопросам доминирования хозяйственных субъектов, но она была нестандартной. Мы не стали разбирать классический кейс, вот один крупный доминирующий субъект, как он влияет, как что происходит. Просто в рамках этой статьи будет очень много случаев, которые не укладываются в привычные стандартные рамки. Например, когда у нас столкнулись одновременно болезнь с монопсонистом, и мы должны исследовать, кто победит, кит или слон. Очень много случаев коллективного доминирования. Но вот вообще такая совершенно необычная статья. Коллективная монопсония – это когда коллективную силу приобрели покупатели. А дальше вообще еще хуже, потому что с вами входим в цифровую эру. И что здесь? И мы пришли к выводу, что многие понятия классические доминирования уже размываются, что нам все труднее будет определять рынок в этих случаях. Была очень живая сегодня дискуссия, да и, может быть, мы ее решили подытожить, и в конце дискуссии мы задали всем вопрос. А вот сейчас у нас происходит четвертая индустриальная революция, как часто говорят. Вот что-то изменится в понятии доминирования хозяйственных субъектов? Вот, вы знаете, я подытоживаю ее так. Скорее всего, четвертая индустриальная революция приведет к созданию пятого антимонопольного пакета.